Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать о бюджетной материнской плате для майнинга на 5 видеокарт. Давайте я ее распакую, посмотрим, что это за плата, куда там 5 карт можно воткнуть. Достал я саму материнку из коробки, вот так она выглядит, и сейчас буду перечислять, какие у нее есть преимущества. И первое преимущество, которое я хотел бы выделить, это то, что эта плата новая. Причем новая она не в том плане, что она технологически новая, а новая она в том плане, что на нее действует гарантия. 36 месяцев, по-моему. Это говорит о чем? О том, что если она сломается, вы ее просто сдадите по гарантии. И если вы ее вдруг, не дай бог, сломали, допустим, спалили, то есть вариант прикинуться Васей Пупкиным и сдать ее тоже по гарантии. Второе преимущество, которое я хотел бы выделить, это то, что все-таки она на 5 карт и имеет два полноценных PCIe 16X слота для видеокарт. Это в том случае, если у вас нету райзеров, или они идут очень долго из Китая. Кстати, сейчас такое время, когда они реально долго идут из Китая, или вообще не идут. Вы можете, по крайней мере, воткнуть две видеокарты сюда и начать уже майнить. Пускай с простоем, но уже начнете, по крайней мере. Третье преимущество этой материнской платы – это то, что сюда можно воткнуть процессор, самый простенький, который стоит на AliExpress всего лишь 250 рублей. Вот сейчас я вскрою посылку, ссылка будет в описании на эту посылку, на этот процессор. Вы можете тоже заказать за 250 рублей. Я заказал сразу два на всякий случай. Сейчас посмотрим, что нам прислали. Тут вот запечатан процессор, две штуки. Прислали мне два процессора из Китая с сайта AliExpress. Это Athlon X2-200 называется процессор. Какая у него частота, не помню. Но он двухъядерный должен быть, естественно. Это было третье преимущество этой материнской платы. И сейчас переходим к четвертому. Четвертое преимущество этой материнской платы, которое я для себя выделил, связано с тем, что это материнская плата под процессор AMD. Я не знаю почему, но в Китае память DDR3 именно под AMD почему-то стоит на 1000 рублей дешевле. С этой целью я заказал посылку из Китая. Здесь DDR3 должна быть память 8 гигабайт. Под AMD только. Цена 2000 рублей. Ссылка будет в описании. Смотрим, что нам прислали. Когда сейчас скрывал посылку, я стопорнулся, думал, что мне бонус положили. Потом вспомнил, я не отдельной планкой 8 гигов заказал, а с целью экономии заказал 2 по 4 гига под AMD DDR3. На этом вроде бы заканчивается преимущество данной материнской платы для майнинга в сегменте бюджетный майнинг. Но есть еще одно, пятое, оно не явно выраженное, но оно все-таки есть. Обратите внимание на питание для процессора, оно 4-пиновое здесь. Все современные материнки имеют 8-пиновое питание на процессор. И о чем это говорит? О том, что сюда можно воткнуть какой-нибудь старенький, не топовый блок питания. Если бы здесь 8-пиновое было питание, то пришлось бы там или штекер, разветвитель делать, или блок питания вообще другой подбирать. Поэтому эта материнка стартанет даже от старых блоков питания. Это пятое преимущество. Пожалуй, это все преимущества этой материнки. Уже больше не могу ничего высосать. Разве что могу добавить, что эта материнка без танцев с бубнами. Согласно моему опыту и опыту с форума Mining Info, валеровский форум, там ребята пишут, что здесь все заводится сразу и косяков нету. Поэтому можете смело покупать ее, заказывать с AliExpress процессор, оперативку и, возможно, кулер. Ссылки будут в описании. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока.